Так, друзья, здесь в нашем центре сделали ремонт, все обновили, новые полы, новая покраска. Вот такие вот небольшие здесь комнаты, все, что нужно для врача. Сейчас придет медсестра, посмотрит. Я уже сдала тест на мочу. Вот, вот такой вот маленький такой вот кабинетик. Сейчас покажу вам. Вот если входишь, вот так все смотрится. Новые кресла здесь, прибор для измерения давления, потом измерение кислорода. Все у них новенькое, чистенькое. Очень классно, мне нравится. Я сюда уже хожу почти 4 года. Очень нравится наш врач семейный. Также Дэвид ходит к ней. Вот мне сегодня... Сейчас мне померили давление, потом кислород. Сдала тест на мочу, оставила. Сейчас медсестра меня осмотрит и меня отправит прямо в лабораторию, прямо здесь. В лаборатории возьмут кровь и еще... Да, что-то там еще буду делать. Ну и все. И отправят домой. И можно будет поехать уже завтракать. Вот такие вот здесь комнаты. Вот такие вот коридоры здесь, друзья. Много разных комнат. Ну, комнаты я вам уже показывала. Вот. Все сделали, кровь взяли. Ой, извиняюсь. Ой, сори, я тебя прямо сняла, да? Сейчас. Одень в машине. Вот такой здесь офис, друзья. Это с улицы. Тут много разных офисов, много разных билдингов и разные доктора здесь, в общем, специализации. Нам здесь очень нравится. Мы закончили, теперь едем завтракать. Приехали в Майклс магазин. Сейчас посмотрим, что здесь есть на распродаже. Я ищу контейнеры. Сейчас мы посмотрим, если у них такое тут есть. Так, идем дальше. Майки здесь. Я хочу смотреть, где контейнер. Идем, Ксюш, найдем. А? Ты хочешь что? Лекси, yeah. Где ты? Я тебя потеряла. Whoa. Я посмотрю, что на Клуи у нас есть. Идем? Я вижу. Это домик. Cool. Сколько он стоит? $29. Ты его разукрашиваешь сама? Yeah. Ладно, пойдем. Ну, красиво сделай. Хорошо, давай. Вот там 70% off. Идем туда? Yeah. Это все Christmas stuff. Идем. Смотри, все на это вот. Все на распродаже. Ну-ка. О, тут сколько пошло. Ладно, нам это не нужно. Я здесь буду смотреть. О, coloring sets, Лекси. Вот такое, может, возьмем? Друзья, все со скидкой 70%. Вот storage. Вот такая вот мне тележка нужна. Но они сейчас не на распродаже. Они по $39, те по $29. Есть еще вот такие по $49. Те, кто крафтсы занимаются. А вот такая по $69. Да, я здесь. Давай. Идем. Так, о, я нашла. Наоми спрашивала про такие вот. She literally has that in her desk. А, ну, desk.
Иди сюда, Алексеш. Не уходи только. Алексей, я здесь. Иди сюда. Смотрите, какие классные. Можно делать разные. А, ты собираешь человечка. Прикольно. Лекси! Ну что, то, что нам нужно, нету, поэтому идем дальше. Такой красивый декор. Такой вот мне очень нравится. В итальянском таком тосканском стиле. Очень красиво. $99. О, смотри, стэмпс. Тебе стэмпс не нужно? Тут много разных. Всякие ненужные безделушки. А вот по $99 свечка. Вкусно пахнет. Ладно, пойдем, пойдем, Алексеш. Забежали с Лексией в магазин, где все по $1.25, и я не удержалась и купила такие конфетки. Кто, друзья, в детстве такие кушал? Ну, по крайней мере, в Молдове. Покупали такие мне. Дедушка привозил с разных стран, когда я была совсем маленькая. Он у меня по всему миру проездил. И захотелось мне таких штучек. Так что мы сейчас их откроем с Лекси. Покушаем. Такое мы очень редко покупаем. Ну вот сегодня, так как я долго не кушала, из-за того, что мне должны были кровь брать. Еда пришла. Давай, покажи сэндвич. Ой-ой-ой. Здесь курочка, листья салата, хлебушек, сыр, морковка, томат и бекон. И постараешься включить ее и посмотреть, если будет работать? Ну, конечно же, я же не могу выйти, не проверить. Друзья, вышла посмотреть. Папа купил себе новую машину. Ну, не новую, она бэушная. Так, временный номер у него там стоит. Значит, это Kia, Kia Sorento. Черная. Давайте посмотрим. Ну-ка, ну-ка. Ух ты, красивая. Вся черненькая такая. Но он купил себе для работы. Он ушел от русского хозяина, где работал, чинил машинки и сушилки, потому что после операции, то, что ему заменяли сустав, уже там работать нельзя. Поэтому он оттуда ушел, и мы его сейчас хотим устроить на работу на Uber и на Lyft. Две компании. И там все идет по категориям. Если хочешь выше зарабатывать и больше, то машина должна быть, салон должен быть черный, большой. У него есть третий ряд, большой багажник. И он собирается купить кожаные чехлы, полностью все накрыть, потому что он не хочет, чтобы пассажиры ему заляпали салон. И я думаю, что это очень, очень мудро с его стороны. Кому интересно, друзья, как устроиться на работу водителем лифт, пишите в комментариях. Мы сейчас как раз заполняем все бумаги. И когда закончим интервью папе, его возьмут на работу, я могу отдельно сделать видео. Ну что, классная машина, я его поздравляю, мы очень рады за него. Она вся черная, но для работы как раз там. Yeah, you smell it. Для класса люкс нужно черную.